Жители Заводоуковска вносят свой вклад в помощь бойцам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Местные собирают жестяные банки, из которых можно сделать блиндажные свечи. Первыми взялись за дело ученики школы номер один. За 4 дня ребята насобирали 50 банок. Часть принесли из школьной столовой. После такой груз сдадут в местный пункт сбора гуманитарной помощи. Также желающие помочь принесли 50 килограммов парафина. Все это отправят в Тюмень, где уже сделают свечи. Я читала, что это профессор кафедры истории, женщина, она придумала эту акцию для того, чтобы помочь военным. Она мне попалась вообще, наверное, случайно, и через некоторое время нам в группе скидывают, вот, что такая акция у нас в школе тоже существует. Для меня эта акция, ну, как мне кажется, она очень важная для военных. Гореть такая свеча может от 4 до 8 часов. Их можно использовать как для обогрева, так и для приготовления пищи в полевых условиях.